Приветики! С вами Милис, и сегодня у нас на подходе новая игрушка под названием Супермаркет Симулятор. Да, она вот-вот вышла недавно, я думала обойти ее стороной, но на самом деле нет. Она мне очень понравилась, и я люблю такого рода игрушки. И еще мне немножко неловко, поскольку ты видишь. По идее, я большую часть контента буду в них находиться, и мне очень неловко. Так что напиши в комментариях. Поддержечку, пожалуйста. Потому что они защищают мои глазки. И все, поехали. Добро пожаловать в симулятор супермаркета. Вы начнете с небольшого магазина и вырастите до впечатляющего супермаркета. Начните с покупки товаров для продажи и размещения их на полках. Не забудьте установить цены с прибылью, чтобы избежать банкротства. Приятного времяпровождения. Хорошо так написали, а даже очки не помогут. Кстати, напиши в комментариях, пожалуйста, как мне идет. немного неловко, я очень стесняюсь. Ой, какая чувствительность лютая. О, боже мой. О, только еще чуть-чуть. Вот, как видишь, настроек тут вообще, в принципе, ну, как бы нет вообще никаких. Поэтому даже настроек нет. Не убрать ни вертикалку, не поставить, ни размытие. Ладно. Ну, выглядит тут неплохо, улица, все дела. Давай я погромче сделаю. Очень тихо, даже вот и настроить по музыке и тому подобное. Так, давай, вот это, походу, наш магазинчик. Это наш компьютер. Что у нас? Заказывать товары с помощью компьютера. Маркет. Ага, так, стоп, назад. Это мои полочки. Я уже просто видела, так сказать, спойлер, небольшой ролик у кое-кого куплено. Только, естественно, посмотрела, поэтому я более-менее знаю, что и как. И как ты видишь, что даже нет обучения толком. Так что придется нам просто заказывать, учиться самим. Вот. У нас есть $50. Мы на это можем купить. Давай-ка пасту купим, 7,92. Муку, $6. Хлеб 11. Почему хлеб дороже? Дороже макарон. Это ж невозможно. 12 мест, наверное, 12 позиций. Можем еще заказать муки чуть-чуть. Давай пока так. Купить. Уровень магазина. Угу, отлично. Так, что у нас тут еще есть? Компьютер менеджмент. Так, лицензия на товар, чтобы продавать указанные предметы, товары. Ничего себе, какие деньжища. Чита. Ёшкина. Развитие. Купить этот участок, чтобы расширить супермаркет. Ё-моё. Найм. Кассиры. Дневная зарплата $80. Стоимость найма $80. 10, 20, ё-моё, склад. 6000 персонализации. Ой, боже, пошли отсюда, пока мне не хватило инфаркта. О, стой, а это что? Забрать. Разместите товары на полках. Давай. Всё, выбросьте пустую коробку в мусорный бак. Установите цену на продукты. Давай-ка. Так, сердце. Цена маркета 3,96. Какого маркета? Давай. 3,96. Эту точку поставить. Так вот. Доход 2,97. Сердце, это что, это налог у них так называется? Нет, надо поменьше цены поставить. Какой? Давай поставим 2,99. Во. Как бы, чтоб ко мне ходили за ценами, за продуктами, потому что у меня цены ниже, за ценами ко мне, да, будут ходить. Так, мука. Мука где-то обычная вот внизу валяется всегда, вот туда вот. Ага. Так, это выкинуть. Дальше. Это на что? Еще мука? Я что, две муки заказала? Серьезно?
Ладно. А это здесь что? Панзати. Паста. Ну, давай. Панзати паста. Давай. Я две муки заказала. Офигеть, что на меня нашло. Ладно. Так, цена маркета. Давай здесь то же самое сделаем. 2,99. И доход у нас получится 2 доллара. Ну, как бы, хотя нет, слишком маленько. Видишь, 3,12, а у нас 2,99. Давай наоборот, знаешь, 2,79. 2,70. Вот. Ага, дальше есть цена. 3,71. Давай просто поставим 2,99. Знаешь, вот это вот играбельное. Вот этот случай играбельный. Так, и тут у тебя 2,99. Ну, в принципе, все отлично. Теперь нам надо открыть наш магазин. Ждите первого клиента. Отлично. О, привет, привет. Что покупишь? Чё купишь? Взаимодействую с прилавком. Взаимодействовать? Ага. Что, деньги? Беру деньги. Соберите нужное количество сдачи, нажимая на деньги на кассе. Так, он дал 100 долларов. Итого 2,79 поменять на 97,20. И нифига себе, ты мог по мне поменьше дать? Так. 21. Нажми спей, чтобы одобрить оформление заказа. Уходи. О, вот это покупки, вот эта карта. А что мне с этим делать? 11,56. Вот эта покупочка-то у него большая. Выполните проверку 2,25. Я поняла. О, отлично. Карта. 5,78. А что у вас не прикладывается, что ли, карта? Деньги. Отдать? Слушай, я тебе ничего не должна, иди. Я тебе ничего не должна. Они разобрали уже. Что? Что они там? Они что-то уже разобрали полностью. Пять деньги. Хорошо. Сколько я тебе должна? Я тебе ничего не должна. Уходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Карточка. Хорошо. 8,97 вам надо. Вот так вот. Снимаю. Так, назад. Выйти отсюда. Они у меня что-то разобрали, как будто. А, нет, я просто не выставила. Ага. Так, слушай, деньги есть. Можем еще что-то позаказываем. Позаказывать. Давай-ка закажем вот это. Это очень дорого, 35. Давай вот это закажем. И еще раз вот это. Купить. Баланс, остаток, доставка. А, там еще доставка. Ё-моё, я еще деньги на доставку потратила. Ладно, хорошо. Так, это мы берем. Денежки. Так, сколько я тебе должна? Я тебе должна доллар 23 цента. Иди, иди гуляй. Все. Иди гуляй. О, молодец, сколько хлеба это надо. Сколько я тебе должна? 88, ты чё, ёпта. Так, 85, 6, 7, 8 и 44. Так, это 25, если тебе нет, вот так вот, вот так вот. О, это надо забрать. Нет. Для получения денег обратно вы можете забрать свои деньги, щелкнув правой кнопкой мыши на купюрах в кассе. Ага, значит мне надо забрать 5 центов. А почему я не могу мелочь забрать? Слушай. Оп. Отлично. Значит, мне надо... Оп. Оп. Оп, 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 иди, господи. Ладно. В жизни это полегче. Карта давай. 5, 78. Реально, вот постоянно вводить вот это вот прям как жизнь. Ну вот это пипец, конечно. Так, денежки. Что-то деньгами здесь не очень. Так, 44. 40, 1, 2, 3, 4 и 2. Кстати, иди. Не нашел пантази паста. Какой-то пантази пасту не нашли. О, ой, сейчас, подождите, сейчас, что? Стойте, давайте я вам пантази пасту выставлю.
Отлично. Вот, все. Паста готова. Пантази паста. Ага, 2,79. Отлично. Ценник уже стоит, получается. Так, вот это тебе поставлю маслицем. То есть цена сохраняется, которая была в прошлом. А, получается, мы можем тут еще выставить. Цена маркета 4,50. Давай-ка поставим 3,99. Отлично. Сейчас я иду. Я иду. Мука. Ага. Карта, хорошо. Так, 2,99. Следующий. Ага. Деньги. Че вам? Ничего. До свидания. Вам ничего не надо. Неудобно через Escape выходить. Это что у нас? Сусу? Шугар. Сахар. Сахар. Сахар тогда можно поставить где? Ну, давай его тут поставим. 1865 года. Интересно. Кстати, сахар очень красиво выглядит. Вот с ягодками. 4,85. Тогда давай поставим 4,29. Выпродать товар, не назначив на него цену. Где? Все назначено. У меня все назначено, не надо мне тут. Вот, как бы не надо, так. Шугар. Нет, это мука. Так, карточка. Так, давай, 99. Выходите, уходите. Спасибо, так. Угу, карточка, спасибо. Так, 4, 14. Давай. Следующий. О, нормально покупочкой. 4. Держи. Молодец. О, $66. Нормально. Было у нас изначально 50. То есть мы уже нормально такие заработали. Выполните проверку. Проходим проверочку. Тихонечку. Что у тебя? $44. И 2 цента. Так, свободно. Свободно. Так, у нас заканчивается хлеб и мука. Давай купим хлеба. Так. Хлеб, мука. Доставка $2. Давай это еще купим, вот это купим. И снова вот это. Я не посмотрела, сколько опять стоит доставка. Ладно. Ой, кстати, вот тут включить свет. Это я просто уже знаю. Это мы знаем. Так, я не знаю, до скольки мы здесь будем работать. $43. Так, раз, два, три. И 2 цента. Свободно. О, сколько тебе сахара-то понадобилось. Отлично, хорошая покупка. 16,86. Включите свет, используя настенный переключатель. Да, я уже сделала, спасибо. Что тебе? 37. Так, 5, 6, 7, 43. Давай-ка. Здравствуйте. О, господи, что у тебя с лицом? Что у тебя с кожей? Что-то с кожей явно не так. Так. И 4. Все, спасибо. Сейчас, подожди. Мне еще заказ. А, мне уже заказ пришел. Мне пришел заказ. Вот. Так, хорошо. Как мне бросить бросок? Давай сюда поставлю. Сейчас. Что это масло? Давай-ка заполню. Отлично. Так, положу сюда. Угу. Паста у нас, я смотрю, есть. Никто и почему-то не хочет. Давайте, ладно. Что у вас, деньги? $6. На тебе и 1 цент. Уходим. Следующий. Денежки. Давай. Ничего не должно тебе. Спасибо, что без сдачи. Люблю без сдачи. 71. Так. Давай. Тик. Свободный. Свободный. Enter, чтобы завершить день. Клиент ожидает завершения заказа. О, хорошо, я поняла. Уже поздно, конечно, естественно. Это, конечно, уже поздно, но что поделать? Мы работаем до последнего клиента. В нашем случае мы работаем
пока хотим работать. Поскольку у нас магазин, возможно, это наш, а это наш магазин. Поэтому мы можем работать сколько захотим. Захотели, закрыли. Захотели, не закрылись. Поработаем, когда хотим. Людям нужен хлеб, нужна мука, поэтому мы работаем. Да, вот, вон сколько мы уже заработали. Хотя у нас еще вон сколько товара лежит. Мне нужен еще один клиент, чтобы выполнить проверку. А, ты за мной вот не видишь, видишь? Выполнить задачку, проверочку. Так. Ну, что у нас тут? И все, никого нету. А, после 9 часов никого нет. Ладно, хорошо, закрываемся. Все закрыто. Enter, завершить день. Довольно клиенты, 23. Товары не найдены, 1. А, это тогда, когда он пасту не нашел, по-моему. Товары считаются дорогими. То есть у нас ничего дорогого нет. Мы можем чуть-чуть повысить цены, чуть-чуть. Так, очки магазина 143, доход 175, затраты на поставку 140. Затраты на обновление, счета, общая прибыль 34, баланс 84. Ежедневные расходы. Вы будете получать ежедневные счета, начиная с сегодняшнего дня. Убедитесь, что оплатите счета с помощью вашего компьютера до их срока их оплаты. Иначе они будут оплачены автоматически. Чем больше электрических устройств, тем дороже счета. Вот оно что. То есть лучше работать в темноте. Понятно. Ясно, понятно. Кстати, банк. Нет, спасибо, не надо нам. Счетов у нас пока нету, у нас тут все хорошо. Я думаю, с лицензией можно, кстати, на третьем уровне можно будет лицензию купить. Чтобы новые товары уже купать. Так, кстати, мебель. Кассовый аппарат, холодильник. Холодильник, полки. Морозилка. Ага. Давай продукты. У нас вот этого, кстати, нету. А, давай пока не будем. Все же доставка стоит денег. Давай это мы делать не будем, карточка. Угу. 5, 5, 8. Следующий. Это мало ты берешь. Побольше берите, побольше, побольше. Вот хлеб свежайший, только приехал. Мука, мука тоже хорошая, высшего сорта. Угу. Ёп, ты издеваешься. Ты не могла поменьше мне дать? Да, мне столько. Мать. Ходит ко мне с большими купюрами менять. Я вам что, банк? Так, 28. Отлично. Вы не можете просто приложить. Задача приобрести лицензию на товары с помощью компьютера. А-а-а. Стоим, мы, получается, ту лицензию. Ой, задачу выполнили. Какую лицензию? Маркет, мебель нет. Менеджмент, лицензия на третьем уровне. Мы только сможем купить. Мы сможем купить только на третьем уровне. Что у нас? У нас муки мало. Кстати, сузуй, масло. Ага. Нам бы еще муку заказать. Давай в корзину закинем, что нам еще мука нужна. Вот так вот. Видишь, доставка 2 доллара. О, нормально, нормально. А я тебе ничего не должна. Спасибо, спасибо, что без дачи. Так, маслица. Давай-ка маслица подкинем. Сегодня, я смотрю, они хорошо берут у нас масло. Так, давай еще сахар закинем. Да, надо сахар, слушай, заказать. Надо заказать сахар еще. О, и макарошки, макарошки, макарошечки. Закидываем макарошечки. Что у нас, хлеб? Давай хлеба докинем. Хлеб, это, конечно, на весь золото. Хлеб 100% всегда нужен. Так, нам надо будет заказать... пасту, хлеб, злаки, мука, паста, нарезанный хлеб. Доставка 4 доллара, нормально. Здравствуйте. Что с картой? Угу. 6, 78. Следующим. Наличка. Ничего не должна, спасибо, что без дачи. Все, давай вот эту покупочку сделаем. Получается, я закинула сюда злаки, мука, паста, нарезанный хлеб. Можем масло закинуть. И сахар. Все, это у нас максимальный сразу заказ.
Доставка 4 доллара, отлично. Все, теперь мы будем копить деньги на лицензию. У нас как раз задание. Вот. Задача. С помощью компьютера приобрести лицензию. Теперь будем копить 200 долларов на этом. Так. У вас наличка? О, так. Следующий. Тик-тик. Карта. О, хорошо, закупился. Надо цену поднять. Слушай, надо чуть-чуть цены поднять. Раз их хорошо устраивают цены, надо поднять. Мы уже как истинный супермаркет говорим. Поднимаем цены. Нам бы только цены поднять. По факту. По факту. Вот это мне очень хорошо берут, слушай. 3,12. Давай-ка, знаешь, 99. Вот это наш сколько? 4,50. Я думаю, мы поставим просто 4,00. 4,19. Давай вот так вот. Так, что у нас? 2 доллара. 3,71. Давай-ка поставим 3,29. Угу, 2,99, 3,96, нифига себе у них там цена. Зажрались. Вот так вот давай. Что у нас тут? 4,83, все нормально. Сойдет. Поехали. По карте. 2,99, что так мало? Что так мало? О, вот, две муки и два масла. Что ж ты будешь там печь, мне интересно. Два. Угу. У нас, кстати, сразу чек поднялся. Видишь, уже сумма побольше. Мне это уже нравится. Уже чек побольше. Видишь, уже все. Средний чек стал намного больше. 53. Нормально. Следующий. Так, подождите, мне надо выйти отсюда. Включить свет. Кстати, ёшкин матрёшкин, у меня ж тут товар. Я ж тут товар пришел. Мне ж тут товар пришел. Мне ж товар тут пришел. Нет, куда ты ставишь? Куда ты, ёпта, ставишь? Не надо мне туда ставить. Стойте, подождите, 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 подождите. Хлеб, хлеб, хлеба мало. Мало хлеба. Ой, ё-моё, очередь какая здоровая. Так, денежки. Что у вас, касса? Отлично, отлично. Так. Паста. Угу. Потрясающе. Давай, 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 сейчас, быстренько. Быстренько. Подождите, подождите. Отлично. Карта. Карта. Так, 10, 27. Поехали, следующий. Давай денежку. Ага, отлично, без сдачи. Масло только всего, господи боже. Так, 50, 60. Так, что тебе еще? И один. Иди. Иди гуляй. Так, что тебе? 2. 22. Иди гуляй. Так, завершить день. Так, какой завершить? Еще рано завершать день. Отлично, мука готова. Это что? Это новые штучки какие-то сладкие. Давай их сюда поставим. О, отлично. Пока никто не пришел, надо выставить цену. Так, 5. Давай ставим просто. 5, 5, 5. 19. Так, что у вас тут? Денежка. Угу. Свободно. О, нормально. У меня там еще хлопья пришли. Очень вкусные. Советую. Берите. Так, 24. Спасибо. До свидания. Хорошего дня. Так, слушай. Они вроде ушли. Получается, до 9 часов. Справа у нас написано. До этого времени к нам приходят покупатели.
значит, так, доход. Давай-ка мы здесь еще три. Нет, давай вот так вот. Ну, вот так вот сделаем. Пока никого нету, расставим вот это все, чтобы к завтрашней смене у нас все стояло. Сахар как раз позакинем. Вообще, это надо будет делать каждый день. Каждый день. И хорошо, что мы будем это делать, знаешь, в конце каждой смены заказывать то, что у нас заканчивается. А что больше у нас заканчивается, заказывать того побольше. Ну, как в магазинах-то, естественно. Так, у нас не хватает все же чуть-чуть, чтобы купить лицензию. Стоп, у нас тут будет вода, сыр, кофе, темные яйца, молоко, черный чай. Сыр, яйца, молоко. Холодильник нужно будет. Значит, нам надо будет купить холодильник, мебель. Если здесь у нас места хватит, еще полки свободны, то нам нужен холодильник. 200 долларов. У меня нет 200 долларов. Поэтому завершаем день пока. Вот так вот. Слушай, ну мне нравится. Время летит быстро. Я такие игры обожаю. Прям кайфово. Рыночные цены изменились на следующие товары. Паста, мука, сахарная пудра. Подожди. Подожди, подожди. Вот оно, цена упала. Это имеется в виду в закупочной цене? О, все очень плохо. Мука. 3,62. О, марки 2,99. 29. Да. День веселый у нас будет, походу, слушаем. А это уже сложнее. Мой мозг думает, это каждый день будет меняться цена в закупке и цену здесь. Господи, это самое отвратительное, мне кажется. 3,42. Да, что ж делать-то? Что делать? 3-4. Карточкам. Давай. Что ж нам делать-то? Нам нужен работник. Нам нужен второй работник. Я не успеваю. Так, 3-0-9. Что за цены? Кто такие цены поставил? Кто такие цены поставил, блин? Так, маркет, менеджмент. Купим сначала лицензию на товары. Отлично. Поехали. Что у тебя денежки? 39. Господи, вы можете поменьше приходить с купюрами. О, отлично. Может, тебе еще и скидку дать? Слушай. Ты не туда. Я не туда пошла. Так, 50. 53. Я это запуталась, малёха. Запутались. У меня мука пропала. У меня муки не хватает. Все, надо закупку делать. Надо закупку делать. Так, закупочку. Сейчас маслица еще выставлю. Подождите, подождите. Так. Сахар. А чё, сахар вообще никто не берет? А почему вам чё, сахар не нужен? Как обычно, сахарный золото. Не нашел черный чай? Да ёб твою, ну где я тебе черный чай найду? Так, во-первых, у меня мука закончилась.
Раз. Даже две муки надо купить. А, это вода, кофе, чай 55. А у меня денег столько нету заказывать. О, капец, очередь у нас тут, ладно. Упс, что-то я не то вела. Вот я тут кого-то хотела надурить, походу, люто. И нашел кофе, ёшкин, матрёшкин, где я тебе столько куплю всего? Хоть он нашел все, что ему надо. Давай. Что тебе? 93. Давай. Не нашел яйца 8 штук. Господи. Подождите, ну подождите, у меня просто нету столько всего. Я не могу быстро столько всего купить. 5 кофе не нашел, ё-моё. А что значит, купил лицензию, и они теперь хотят от тебя всего и сразу. Купить холодильник, купить холодильник. Сложно будет купить ваш холодильник, на самом деле. Вот что сложно, мне нужно заказ сделать. А, что я купила? Мука, паста, вода, кофе. Мука, паста, давай черный чай. Молоко. Яйца. Так, отлично. Мне надо еще чуть-чуть заработать. Угу. 89, ты чё, блин? Нашел с чем приходить ко мне. Так. 85. Тык-тык-тык-тык. Так, тык-тык-тык-тык. Иди. Минус. О, у нас минус уровень магазина из-за того, что у нас нету каких-то продуктов. Такое. Такое. 5, 39. О, беру. Спасибо. А что так мало? Так мало берете. А, спасибо. Так, во-первых, свет включен. У меня все закончилось. У меня закончилось все. И ничего нету. Ну, уже все, уже остается просто доработать до конца. И закупиться. Вот, отлично. Скупайте последнее, пожалуйста. Молодец. $20. По издаче. Спасибо. Спасибо. Так, что у нас с картом? 10. 97. Поехали. Злаки не нашла. Что поделать? У меня вот только сахар остался. Сахар, масло осталось. Нормально. Хороший магазин. Хороший супермаркет. Сахар, масло. Ну, что у нас имеется? Слушай, вот, последние 15 килограммов сахара. Они классные. Забирай, забирай, забирай. Очень выгодно сейчас. Молоко. Там. Там больше никого нет. Так, что у нас тут? Закрыт. В 9 вечера. А, нам это нужно сделать до 9 вечера. Мысль. А вы же после 9 не приходите. Вы ж после 9 не приходите. Они просто после 9 ж не приходят. Обычно. Спасибо. Спасибо. Так. Что еще закинем? Молоко, черный чай, кофе, темная обжарка, все дела. Это у нас выходит баланс 180. Черный чай пока уберем, кофе уберем. Я бы купила холодильник 200 штука. Вот. Холодильник раз. И что-то новое, дорогое уберем. Например, яйца. Мне все равно денег нет. Вот воду.
Вот так вот получается. Ну вот, завтра, короче, придем и это все закажем. Все. Тогда на этом моменте мы с тобой и приостановимся. Все, продолжим играть тогда уже в следующей серии. Напиши в комментариях, как тебе игрушка. Меня очень затянуло. Даже не заметила, как прошло время. Реально, эти симуляторы, они просто прекрасны. Серьезно. Что у нас? Затраты на обновление. Общая прибыль. Неплохо. Все. Так что спасибо тебе за лайкосик, комментарий. Поставь колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. И все. Всем пока-пока.